Вообще, я не планировала на сегодня ничего. Я думала просто отдохнуть, хотя бы там выспаться. Я не выспалась, не отдохнула, но к новой четверти как-то подготовиться хотелось бы, хотя бы убраться в комнате, потому что завтра я иду гулять, и, соответственно, я не успею ничего сделать. А сегодня что мне еще сегодня в планах? Я хочу погулять, забрать свою посылку. Мне там пришла одежда, я хочу померить и надеюсь, что подойдет. Потому что я очень долго выбирала, и если мне не подойдет, то я просто буду в отчаянии. И позанимаюсь английским и французским. Еще я сегодня хочу приготовить нигири. Я уже готовила 2 раза. Первый раз у меня не было формочки, и они получились... Они не получились. Ну, короче, они все расплылись, и их было, во-первых, неудобно есть, а во-вторых, как-то, ну, короче, мне не понравилось. Вот, во второй раз я уже готовила с формочками, и они держали форму, и мне как-то больше понравились. А сегодня я хочу снова, у меня эта формочка осталась, я купила тунец. Тунец с майонезом просто идеальная начинка, хотя другие не пробовала, но просто это очень вкусно. Вот, я хочу сварить рис и сделать нигири. Надеюсь, что у меня есть нори. Очень-очень большая проблема, что надеть, но в итоге я сижу в мамином костюме. Вот, и сейчас я иду гулять. Короче, да, у нас сегодня плюс 20. Я не знаю, мне уже жарко в этом костюме, я надеюсь, что я не сдохну, но вечером там типа похолодает. Короче, я не знаю. Успела позаниматься английским, и в целом все. Проснулась в 11, у меня сел телефон. То есть должен был быть будильник. Хотя, кстати, я проснулась не в 11, я даже проснулась в 10:30. Все, сейчас начнем.